Всем привет, братья и сестры. Здорово, отец. И вам салют, чернота. Чего, блядь? Этот видеоролик специально для вас, и в частности для основателя вашей гильдии, Азамчика. Такие герои, пришли такие, блядь. Меня зовут отец Евген, и это мой официальный вызов вашей гильдии на КВ. Я вызываю вас сразиться со мной и моей гильдией отцы Free Fire в классической битве отрядов. Вот наши условия. 6 раундов в классической битве отрядов. Играем до 3 побед. 4 на 4, плюс 2 человека на замене. 11 раундов на карте Бермуды. Без бесконечных патронов и запасов. Со стандартными 500 баксами в начале. Все разрешено. И двустволки, и гранаты, и АВМ. Но играем только с телефона. Раз уж это мобильная игра и ПК это не скилл, играем с мобильником. Я наслышан о ваших подвигах, чернота. Каждый второй игрок говорит мне, что круче вас не существует гильдии в русскоязычном сегменте. Давайте это проверим. Зовите своих лучших игроков и Азама как лидера вашей гильдии. Все 6 комнат с меня. Вам ничего оплачивать не нужно. А также, Азам, если в этом КВ побеждает твоя гильдия, то я каждому участнику черноты доначу от 100 до 1000 алмазов на сумму 10 тысяч рублей. Это вам на комнаты, это вам на алмазы, а это, Азам, тебе лично на рекламу. Сколько ты говоришь, она стоит? 5000 рублей? Вот тебе 5000 рублей. Потому что если в этом КВ побеждаем мы, Азам, то ты снимаешь видеоролик про моих парней и меня в частности и заявляешь на всю свою аудиторию, что в Free Fire есть только одни отцы. И это мы. Сильное заявление. Азам, чернота, я жду вашего официального ответа. Все ссылки на меня и мои ресурсы есть в описании. Меня искать, вы знаете. Да, лучший. Разнесу нахрен всех жизнь. Я всех разнесу, бля, аня, бля, ебаный в рот. Кто не верит, блядь, тому в рот, бля. Упс, чуть не забыл, стопэ, братик. Этот видеоролик снят при поддержке YouTube-канала Халимчик. Это мой братишка, который снимает исключительно топовый контент, который тебе гарантированно поднимет настроение. Пранки, розыгрыши, угарочки, все это на его каналчике. Ссылочка в описании. Подписывайся и передавай привет от отца Евгена. Ебой!